Дорогие друзья, сейчас я хочу предоставить слово Вячеславу Сергеевичу Гнусину и объявит Руслан Филиппас. Руслан, от имени по поручению всей публики мы тебя поздравляем с днем рождения. Спасибо. Вот, и я уже твой диплом кому только не давал. По-моему, вы уже его замыли, у меня его по нет. По рукам пошел, да? По рукам пошел. Отдайте диплом Руслану. Ну, с автографами хоть верните. Слушайте, вот этот человек, с виду такой вещь, русский, ух. Вообще, дать мне сказать. Ага, бородатый. Он, кстати, лауреат всяческих конкурсов. Фестивали, не только башкирский. Это был давно. Да, и даже Грушинского фестиваля. Нет, Грушинского не дотянул. Но ты там на какой-то площадке. Нет, я там не стал участвовать. Это конечно. Конечно. Ну что там, Битяев и Филиппас. Как же разница? Да, кто такой Битяев? Хотя у нас теперь там Акин был, выступал в соли. У меня ночевал. Пусть меня будет видно, а то про меня говорит Вячеслав Сергеевич. Спасибо. Отдайте диплом, эй! Слушай, это Паш. У меня была такая история, меня наградили грамотой в армии. Мне ее сперли. Слушай, все, гитару, все тембры слыхать. Тембры все слыхать, а голос что-то псиньи. Хотел спеть, но, наверное, прочитаю. Поскольку Наталья, наверное, не отлично. Владимир Васильевич, у тебя богатый опыт тут поддержать мне, да? То микрофон, то это, то текст. Подассистируешь, а, пожалуйста. Дорогие друзья, вот он, обещанный диплом. Ура, нашелся! Награждается Филиппас Руслан за активный вклад в музыкальную культуру городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. Руководитель Стерлитамакского рок-клуба имени Шевчука Вячеслав Сергеевич Гнусин. Поздравляем! И еще раз, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо, мне особенно понравился активный вклад, потому что что-то никого я вроде не вкладывал, но все-таки кого-то вложил, значит, наверное, да? Активно вклал. Спасибо. Так, ага, а я буду почитать этот, я вот так. Ну, лучше, чем сам себя, никто с днем рождения не поздравит, потому что это как и близких отношений между полами, да, это невозможно, наверное, да? Вот такое я написал себе стихотворение много-много лет назад. Да, Марта Стикот. Припекает ли, южит ли, каплет ли, греет душу не горькая вода. Каждый раз наступая на грабли, понимаю, что надо бы око. Я смотрю и не зло, и не добро, ни плохой, ни хороший, ни чей. И не важно мне, сухо ли, мокро, и не слушаю пылких речей. Осуждайте, что ж, осуждайте, моей жизни хватает забот. Но родила меня маменька в марте, потому я и мартовский кот. Не смотрите мне в спину с укором, я живу так и очень давно. Для катания двери и запором, если заперто, лезу в окно. И опять забываю о грустном, и опять вижу крепкие капли. Я мечтаю о теплом и вкусном, ну и опять наступаю на грабли. Осуждайте, что ж, осуждайте, моей жизни хватает забот. Но родила меня маленько в марте, вот потому я и мартовский кот. Вот примерно так, да. Ближе не получается, вот это так вот. Ага, видно, я балансирую между тем, чтобы это увидеть. Текст. Так, наверное, даже. О! Это просто невероятно.
Ага. А вот, ну, сегодня как-то вот собрал старые песни, но вот это, то, что вот сейчас спел, эти стихи, по-моему, я выкладывал в интернете, а вот это вот, Володь, это главное, чтобы я видел. Так, ладно. Это не петое никогда, поэтому музыки нет. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, я пою только ритмическую основу. Голосую обочины, бесполезное занятие. Проезжают озабоченно, сыто щурясь тети с дядями. Газанув, обдавший гадостью, забывают об увиденном. Я ж надеюсь, с тихой радостью, и хорошо хоть не обидели. Время позднее, дождливое, даже мысли зябко ежатся. Перспектива тоскливая, рубль к трем никак не сложится. Дело пахнет хуже некуда, спрос превысил предложение. Пропадаю, экой невидаль, вне тепла и вне движения. И вот на пике огорчения, когда все смирился, выдохся, фар холодное свечение. Здрасте вам, не накось выкуси, и не древняя копеечка, а машинка с пониманием, и за рулем конфетка девочка. Всем спасибо за внимание. Это знать все от лукавого. Грезы мысли заморочили, огляделся, все по-старому. Голосую в обочине. Хотел свое что-то весеннее подбирал, но, наверное, спою это, как и получается все время, ну тут не хвастовство, а констатация фактов, я все время трезвый, да, в артели, где в принципе алкоголь присутствует, да? А? Нет, это... Им говорит, мне поднесли замечательный подарок от артели такой, я его как отведал, он красивый был, отведал, очень вкусный, поэтому, а выпивши я пою женские песни, да? Правда, нет, ее уже в живых, Любовь Захарченко. Лампочка. Еще вчера в подъезде лампочка горела, а нынче шею можно запросто сломать. Еще вчера, мой свет, я тебя дурела, а нынче трудно без 100 грамм воспринимать. Что было, выпила я без остаточка, не полегчало, но стаканчик опустел. Разбилась лампочка, поосторожнее спускайся в темноте. Разбилась лампочка, поосторожнее спускайся в темноте. Еще вчера я для тебя мечтала сбегать за водкой ночью и за пивом поутру. Еще вчера хранила снимок 6 на 9, а нынче выбросила и не подберу. Пусть из окошечка летит он ласточкой, пусть как Титаник навсегда пойдет ко дну. Разбилась лампочка, я позову соседа новую верну. Разбилась лампочка, я позову соседа новую верну. Спасибо.